Ну что, выбрались на ужин. Очень красиво тут. Ты же... Фотка, все темно, но так очень ну красиво. Да. Прикольно прогуливаться. Тоже красиво все это смотрится. С бара. Угу. Мне так подсвечивается, даже прогуливаться классно. Очень красиво тут. Тут вообще обалденно очень. Все подсвечивается колдовским огнем. Вечерняя территория просто вау. Там ужин через вот эти типа фотозоны. Класс. Темно надо, когда... Мама, луна. Да, там есть луна. Круто. Очень красивая территория. Как всегда. Салаты. Короче, о, смотрите. Вот там большой суши. Суши. Ну, конечно, такое все интересно. День суши. Здесь у нас сладкого много. Ого. Это просто вообще. На любой вкус и цвет. Ого. Здесь булочный рай продолжается. Хлеб. Мне понравилось, как они выложили суши. Там еще одни есть. Пойдем посмотрим. Здесь снова фрукты, чай, кофе. Здесь паста. French fries. Картошка фри. Запеченная картошка. Всякие премудрости. Еда тут везде. Мясо. Здесь у нас уголок полезной еды. Boiled rice, boiled fish. Все то же самое, что и на обед. Vegetables. Овощи на пару. И чикен. Приготовление на пару подойдет тем, кто следит за своим весом. Это явно не мы. Обалдеть. Это суши номер два. Выбор просто. Все так красиво выложено. Очень большой выбор. Не знаю, съедобно ли. На вид хорошо. Рис, цукини, чикен. Гуляш. Не знаю, что я хочу.
курочка пахнет вкусно. Рагу. Ну и рис, который никогда не испортишь. Ну да. Гуаш. Грибной соус. На самом деле выбор очень радует. Очень мало всего. Но фрукты те же, ничего не добавилось и не убавилось. Ну и не забываем, что что-то жарят здесь. Не знаю что, сейчас увидим. Здесь у нас пицца. Это хорошо, сейчас возьмем. Барбекю соус. Зая заказала отдельно себе маргариту. Люди начинают смеяться. Реально, за счет того, что отель большой и много простора, ты даже людей не замечаешь, что их тут много. Тут им достаточно, чем очень, повторюсь уже в который раз, очень много иностранцев. Плюс добавились еще из Германии, из Польши, Испания, слышно было речь. Ну, тут мило, тут классно. Суши очень посредственные, совсем не то. Я бы их вообще не брал. Мясо хорошее, пицца хорошая. Ваши гриль великолепные. Белое вино полная фигня, не берите. Нельзя так ничего. А что такое столовое? Вообще не столовое, столовое вино. О, дождалась маргарит. А, она такая крутая, на вид. Да, и это тоже неплохо. Самая. Кто пришел ко мне? Маленькая Настенька. Выбрались мы на чил вечерний. Латте еще возьмем. Вечерком после ужина. Будет классно. Куда лезем? А потом Настя пойдет на мини-диско. Там уже чивауа началась. Тут чивауау-вау. Тут чивауау. Папа поводи, папа пощекоти. Купит. Яблочко. Дайте резиночки перевязывать. Иди посмотри. Ладно. Девчата ушли на диско. Будут приходить пить. Сначала Олечка, потом мама. So, ladies and gentlemen, tonight we are proud to present for you our animation dance show. Были на вечернем шоу танцы, ну так, такое, видно непрофессиональные танцоры, но в целом нормально. Посредственные танцы, но некоторые были действительно профессионалы. Ну да, аниматоры, анимация, красивенько. И воды, и подсветка, на все, супер. По сути, своего собственного балкона нет. Ну да. И я не буду первый этаж.
купаются, шастают. Круто, конечно. Chill and relax. Отправляешь с командировки. В командировку отправляем к бабушке. Так вот прямо на. Классно, тут вечером все подсвечивается, вот это лайт освещение. Да. Очень уютно здесь. Очень-очень. Такая комнатка. Приятно здесь находиться. Плюс вот эти фонари тоже подсвечивают все. Такие прикроватные фонарики. Ач! Делаем свет. И здесь, естественно, на балкончике вообще можно сидеть и чилить. У нас прекрасный вид на горки. Вообще обожаю такие балконы. Закрыт со всех сторон, чтобы никто ничего не видел, не слышал. И вид на окружающую территорию. Мы всегда с женой любим проводить время на балконе. Обязательно должен быть классный балкон во всех номерах. И независимо от того, в какую страну мы летим, какой отель выбираем, главное, чтобы с балкончиком. Тогда вот такой вот вечерком с винцом, с семечками, с чипсами, с фисташками посидеть. Правда, Олечка сейчас уже, к сожалению, алкоголь не пьет, но это временно. Насте принесли кроватку, принесли маленький горшочек, чего не было в Джаз Фонара. То есть горшка там просто не было, а здесь есть 5 звезд. Вот, и отправляем ее спать к бабушке. Вот, мама Улина одна в шикарном большом номере, который на двоих. Вот, Настюша составит компанию. Ну, вообще, номер класс, мне нравится. Диванчика не хватает, правда, или каких-то двух пуфов. Ну, это уже, как говорится, мы из-за баганки. Да, вот эту штуку мы не выкидываем. Я сюда налью Джек Дэниелс и буду потихоньку его вкушать. И, что интересно, нам же постоянно пополняют бар спрайтом. И Улина мама придумала мешать спрайт с вот таким вот чудом, с виски. Получается классно. Мы тоже так будем делать, чтобы спрайт нам пополняют каждый день. И такой коктейльчик сделаем. Сейчас посмотрим, как устроилась Настя. О, тебе тут шик модерн, все условия. Ну, куда ты таскаешь? Ты хочешь со спиной нормально ходить? О, так оно нормально. Немножко неэстетично, но если кровати по центру сделать, будет эстетично. Подвинуть и эту, и будет хорошо. Настя точно не упадет, а вот эта кроватка. А реально она какая-то мини. Хотя мини, но аккуратненькая. Да, вроде как. Настя тут только с согнутыми ногами смотрит. А давай посмотрим. Ну, на большой ей будет просторнее, конечно. Ставишь с одной стороны ей стул, вот он что. Коврик можно этот перестелить сюда. Ну, то есть взять. Чтобы если память... Я просто боюсь, чтобы она потом была бугом. Ага. Да она тут будет спать, я тебе скажу. А что это за... Покрывало, чтобы... Можно покрывало сюда, чтобы... Так оно не эстетично, но если их подровнять, то будет все хорошо. Буду звать маму. Вот этот матрас такой. В смысле звать маму? Ну, мама хорошо двигает кровать. Я передвину что-то... О, нет, так ей же на чем-то тоже... А. Нет, мам, на чем-то. Ну и тут балкон один на всех и все на одного. Если вот там вот есть кто-то, не совсем комфортно будет себя здесь чувствовать. Ну, вы поняли. Но вид здесь тоже бомбезный, на водичку. Ну, туристы. Класс, тоже шикарный вид. Смотрите, что сейчас будет. Спрайт. Я думал, придется отпить и виски. Явился воочию. Пенил с медовым. Сейчас он пойдет сюда. Вот тут он за. Еще не так просто его открыть, вы понимаете. Но мы справимся, мы же сильные, правда? Зубы в ход пойдут. Кстати, вот эту бутылочку не выбрасывайте. Сюда вы тоже можете налить виски, это медовый, и пить. Сколько тут виски надо, спрайт, будет у нас на глаз. Импровизированный коктейль на рецепт. О, все не надо. От
ставить макать, капитан. Текс. Открываем. Наливаем. Скажите, когда остановиться. И это не египетское пойло, это полноценный виски. Классный, импортный. Мешаем. О, пенится. То, что надо. Идеально. Вот просто идеально. Ребята, запомните, сколько я налил. Это идеальный вкус. Ваше здоровье.